сегодня происходит очень значимое событие для нашего города, для нашего региона. Но мы считаем, что для всего музейного сообщества всей страны и не только. Сегодня открывается после длительной реставрации музей Леонида Витальевича Собинова, мемориальный дом. Туристы спрашивали, я знаю, туристические фирмы, многие говорили, руководители спрашивали, можно ли посетить дом музея Леонида Витальевича, но вот он был закрыт. И мы надеемся, что турист сюда вернется.